Давайте разберем основную тему. Показываю правую руку. Какие тут ноты? Ля, си, до, ля, до, до, си, ля, си, ми. Еще раз показываю. Далее. Покажу ноты вам одним пальцем. Си, до, ре, си, ре, до, си, ля. Давайте сразу покажу, как соединять двумя руками. Поехали. Когда мы нажимаем нотку ля, в левой руке мы играем бас, аккорд, бас, а нотку ля мы тянем. Дальше на аккорд мы играем си. Далее нотку до также мы тянем, бас, аккорд, бас. И на последний аккорд играем ля. Смотрите. Далее. Два раза нажимаем нотку до, а в левой руке играем на первый до бас, на второй до аккорд. Далее ля минор остается. Еще раз. Смотрите, еще раз повторяю, на первый ля бас, на второй ля аккорд. Далее на бас играем си, на аккорд ля. В левой руке дальше мы поднимаемся на месяц аккорд. Нотку си мы тянем бас аккорд. И нотку ми тоже тянем бас-аккорд. Тут у нас все время пока идет ми-септаккорд. Далее также остается ми-септаккорд в левой руке. Здесь си мы тянем бас-аккорд, бас. На аккорд играем до. Далее ре также тянем бас-аккорд, бас. И на си играем аккорд. Показываю еще раз. Далее у нас пока все время идет ми септаккорд в левой руке. В правой руке играем ре, до, си, ля. Смотрите, на бас мы играем на ре. На аккорд опять ре. Далее на бас мы играем до. На аккорд си. И в левой руке мы спускаемся на ля минор. Нотку ля мы тянем в правой руке, а в левой руке играем бас, аккорд, бас, аккорд. Еще раз играю. Сначала темы. Понятно, да? Смотрим далее. Мы сейчас смотрим с вами припев. Тут у нас движение терциями. Основная тема идет ми, ля, соль, ля, соль. Тут я напишу цифры основной темы, просто мы добавим терция, вторую ноту, то есть двойную, да? Она будет над,
над ми. То есть будет... Вам остается просто добавить сверху одну клавишу и все. Еще раз. Далее. Какие у нас тут ноты? Фа, фа. Фа, фа, ми, ре, ми, ля. Просто мы к фа добавляем терцию, да? Которую сверху кнопка. Тут уже одиночку. Нотка ля. Еще раз играем. Далее. Тут у нас какие ноты? Фа, ре, ми, до, ре, ре, до, си, ля. К фа просто мы добавляем терцию, да? Далее одиночные ноты. Еще раз, только тему вам сейчас сыграю. Фа. Ре, ми, до, ре, ре, до, си, ля. Играю терциями. Вот. Еще раз играю вам припев. Два раза. Давай соединим двумя руками. В левой руке мы играем ля минор. Далее. Фа мажор. После этого до мажор. Далее ля минор. Здесь мы уже на бас играем. Одну терцию на аккорд, другую терцию. Сначала мы его тянем, да, вот эти терции. Бас-аккорд тянется. Тут тоже. Здесь тоже. А вот тут уже на бас отдельно играем терцию. И на аккорд отдельно терцию. То есть ля минор, фа мажор, до мажор и ля минор. Далее. В левой руке ре минор, на бас терция и на аккорд терция. Тут то же самое. И в левой руке поднимаемся на ля минор. Тянем, да, бас аккорд. И нотку ля тянем тоже. Еще раз. В руке идет пауза. Когда мы переходим на ре минор, здесь терцию мы играем только на аккорд. То есть бас играется без правой руки. И вот эта терция, она тянется аккорд-бас. Не бас-аккорд, а наоборот, аккорд-бас. Еще раз. Смотрим внимательно. И на последний аккорд играем. Далее поднимаемся на ля минор. Вот эту терцию мы тянем бас, аккорд, бас. И на последний аккорд играем до. Еще раз. Тут понятно, да? Еще раз играем. Далее
в левой руке поднимаемся на ми минор. То есть ми септаккорд. Смотрите. Нотка ре. Два раза играем. На первый ре мы играем бас. На второй ре аккорд. Далее на бас мы играем две ноты. То есть какие ноты? До, ре. Вот. Ноты озвучу. Ре, ре, до, ре, до, си, ля. Далее бас мы тянем. В правой руке играем до, ре. Далее тянем аккорд. Здесь играем до, си. И ля минор спускаемся в левой руке. В правой руке мы тянем нотку ля. То есть мы его тянем бас, аккорд, бас, аккорд. Еще раз играем. Еще раз играем, давайте припев.